Мында 2-3 күн мурда, тагыраагы 25-июль күнү Абдыш Ата компаниясы менен Ниссахар долбоорунун ортосундагы пикир келишпестик учурда интернет желесинде катуу талкууга алынып, түрдүү пикирлер айтылууда. Ошол себептен Абдыш Ата компаниясы такталбаган жайлар тууралуу кененирээк маалымат берүү максатында атайы пресс-тур уюштуруп, журналисттердин суроолоруна жооп беришти. Все здесь собрались, в принципе, все уже видели новость о том, что компания Абдыш Ата якобы не пустила на свое предприятие представителей проекта «Ниссахар». Но на самом деле не все так просто, как кажется на первый взгляд. Наше предприятие является частной собственностью и охраняемым объектом, так как здесь производятся пищевые продукты. Здесь действуют свои правила, и в первую очередь это касается соблюдения санитарных норм и техники безопасности. Нарушение этих норм может привести к массовому отравлению граждан Кыргызстана. И о деталях данного происшествия я предоставил бы слово нашему юристу, да, Шикиной Екатерине Александровне. По случившемуся инциденту мы бы хотели пояснить следующее. 25 июля приблизительно в 15:30 группа неизвестных лиц в количестве 4 человек с видеокамерами проникли на территорию завода обманным путем. Они скрывались за машиной, заезжающей на погрузку. Позже мы также вам предоставим данную видеозапись. Затем указанные лица ворвались на территорию санитарной зоны и приступили к видеосъемке. Служба нашей компании отреагировала, сотрудников потребовали немедленно покинуть помещение. Однако неизвестные лица в агрессивной форме отказались выполнять законные требования охраны. В итоге охрана была вынуждена выпроводить указанных граждан на улицу, несмотря на их сопротивление. Из-за этого несанкционированного проникновения мы были вынуждены приостановить работу. Хочу сказать, мы приостановили линию приблизительно на час, так как были нарушены и техника безопасности, и санитарные нормы. Возникла крайне опасная ситуация. В тот же день нами было подано заявление в милицию о необходимости принять меры в отношении этих 4 лиц, незаконно проникших на территорию завода. Также мы передали в РУВД из Сокотинского района видеокамеру, которую они оставили на нашей территории. Мы подчеркиваем, что видеокамера была в целости и сохранности. Считаем, что теперь правоохранительные органы должны максимально провести расследование объективное, и наша компания готова оказать все необходимое содействие следствию. Значит, компании наши 23 года, мы занимаемся производством только пищевых продуктов, в частности напитков. Это у нас безалкогольные напитки, много наименований, лимонады, живая сила напитки, значит, нитро и тому подобное, квасы. И также мы занимаемся выпуском пива. Значит, я что хотел бы сказать, как директор производства, что действительно вот эта ситуация, она не только повлияла, как задали вопрос, материальный ущерб, но еще вдобавок и психологически. Люди просто были напуганы и не знали, что делать, бежали, потому что тут и охрана, безопасность, и тут они все кричали, поэтому выскочили все на улицу и буквально не знали даже, что делать. Ну, это как вводное. Значит, у нас предприятие, можно сказать, значит, работает на высоком уровне в области пищевой безопасности продуктов. У нас внедрена система ISO 22000. Каждый год мы подтверждаем, сертифицируем свой завод. У нас имеется центральная заводская лаборатория, которая может производить физико-химические анализы, микробиологические. То есть у нас большая, хорошая лаборатория, оснащенная всеми видами приборов. Значит, но самое главное, что хочется сказать, действительно, санитарные условия и санитарная служба у нас должна быть на уровне. Если вы сейчас будете на производстве, заметьте, у нас везде лежат санитарные коврики,
и, значит, мы омываем подошву ботинок или, допустим, той обувь, в которую мы входим, значит, специальным раствором дезинфицирующим. Также у нас каждый человек, у нас в заводе работает, ну, в зимнее время около 800 человек, а летом дополнительно, может быть, еще 200 человек, то есть 1000 человек. Значит, каждый человек, у нас каждый рабочий имеет санитарную книжку. В этой санитарной книжке зарегистрированы все его болезни и все, что с ним происходит в области здоровья. Также, значит, мы следим за здоровьем вот такого недуга, как, допустим, туберкулез легких. Каждый раз они проходят специальные обследования, и мы все стоят на учете. То есть в области здоровья мы обращаем особое внимание, но и в частности, чтобы какая-то болезнь не передалась с напитками или с продуктами нашим клиентам. Наша продукция, как вы, может быть, уже знаете, она находится в каждом уголке нашего Кыргызстана. Мы являемся крупным отечественным производителем напитков. И поэтому действительно мы болеем за каждого человека, за каждого потребителя, который пьет нашу продукцию. Как я ранее говорил, да, то, что мы полностью открыты для представителей СМИ и общества, ну, в общем. Мы сегодня готовы сотрудничать не только с журналистами профессиональными, но и с обществом, блогеры, то, что на сегодняшний день, в принципе, актуально, да. Мы считаем крайне важным контроль за деятельностью общепита. И в этом плане подчеркну, что проект «Не сахар» мог бы стать важным контролирующим звеном, однако, к сожалению, пока этого не произошло. Блогеры из проекта «Не сахар», видимо, считают, что важным для себя организацию провокации и погоню за мимолетным хайпом вместо планомерной системы работы. Тем не менее, мы считаем, что данный проект очень важен для общества и желаем его участникам профессионального роста. Уверен, что данный инцидент будет благополучно решен для общего блага. Да? Саламатсыздар ба Супер ТВ-нин жалпы көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Абдыш атанын дал ушундай суусундуктарды, мен аркамда тургандай суусундуктарды жана сиздер билген жалпы эле суусундуктарын чыгаруучу жайына келип отурабыз. Алдыда дал ошол суусундуктар кандай шартта чыгарылат, көрсөтүп бермекчибиз. Биз менен чогулуңуздар. Азыркы убакта нитро суусундугун чыгарабыз. Бизден айтылып атпайбы, Абдыш ата, нитро. Нитро көп ичилет, э? Нитро. Нитро ар кандай бар да, сортторучу. Ак суу бар, квас бар, нитро бар, пиво бар, безалкогольный напитки, живая сила. Ар кандай. Эми потребителге жараша ошондой сортту биз коебуз. Даярданып келип сүйлөп адамдардай болуп, эми сиздер да келип кирип атпайсызбы? Ошондой эле келип сүйлөшсө биз деле киргизбекпиз. Биз элдерде мекте турган нерсе жок. Эмнен биз сиз келдиңиз, көрдүңүз? Жок, кандай нерсе? Элдин көзүнөн бекитип бирдеке жазап же башкача нерсе кылып атат деген иштерибиз болсо, ушерде иштеген кызматкерлер деле айтмак да. Силер кандайсыңар деп. Ошого карабастан не сахар долбоору деген эми тиги балдарга түшүнбөстүк болду алар. Биздин охрана менен ошолордун ортосунда болгон түшүнбөстүктөн ошондой болду. Алар кирди, булар өзүнүн инструкциясына карата ушундай мамиле чара көрдү алар. Урматтуу көрүүчүлөр, мен оң жагымда турган футбол аянтчасындагы Абдыш ата өзү куруп берген жана мындан тышкары дагы 3 кичи машыгуучу ушундай аянтча бар. Ал эми сол тарабында болсо атайын ушул канттын жашоочулары жана ушул жерде машыккан спортчулар үчүн дагы бул жакта атайын машыгуучу зал бар экен. Мунун баардыгын Абдыш ата куруп берген.
бул комплексте бир стандартный поле бар. Анан бир искусственный поле стандартный, 3 тренировочные площадкалар бар биздин детский командаларга. Бир мини-футбольный площадка искусственный. Анан 2 тренажерный зал бар. Спортзал бар. Бул материал даярдалгандан баштап аталган окуя боюнча Нисахар долбоорунун алып баруучусу Умар Дадановко да микрофон сунуп, пикирин берүү үчүн кайрылдык. Бир канча жолу байланыштык. Ал убакыт шартына байланыштуу улам жылдырып жатты. Андыктан Умар Дадановдун убактысы табылганда Абдышата компаниясында болгон окуя тууралуу пикирин коомчулукка билдирүүгө аянча берүүгө даяр экенибизди расмий билдиребиз.